Всем привет, дорогие друзья, гости, случайные зрители, подписчики моего канала. Сегодня у нас на обзоре очередная монета Республики Казахстан из серии награды, государственной награды Казахстана. На очереди у нас сегодня орден Данг. По-казахски называется Данг Ордени. По-русски Орден Славы. Орден Республики Казахстан учрежден в 1993 году. Орденом Данг награждаются лица высшего офицерского состава вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также руководящего состава органов прокуратуры, национальной безопасности, внутренних дел Республики Казахстан и других. Орденом Данг награждаются за успехи в деле руководства и управления войсками, высокую боевую готовность войск и обеспечение обороноспособности страны, за отличную организацию военной, пограничной и внутренней службы, обеспечение национальной безопасности, укрепление законности и охраны общественного порядка. Итак, давайте обратимся к истории и узнаем, как же появился данный орден. Орден Данг был учрежден законом от 1 апреля 1993 года за номером 2069-12 о государственных наградах Республики Казахстан в одной степени. При этом орден Данг предназначался исключительно для представителей силовых структур. Законом от 26 июля 1999 года за номером 462-1 был разделен на две степени, а также принял новый облик. После данной реформы орден стал предназначаться старшему начальствующему составу и генералитету вооруженных сил Республики Казахстан, сотрудникам Комитета национальной безопасности, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел. Орден Данг имеет две степени. Первая степень состоит из звезды и знака ордена на плечевой ленте. Орден Данг второй степени состоит из знака на грудной колодке. Высшей степенью ордена является первая степень. Награждение производится последовательно второй степенью и первой степенью. Итак, давайте перейдем к описанию степеней ордена. Тип 1. С 1993 по 1999 год. Знак ордена представляет собой серебряную пятиконечную звезду, формируемую двугранными лучиками, на которую наложены три позолоченные копья. Одно вертикально, два в косой крест. И две перекрещивающие позолоченные сабли, поверх которых наложен круглый золотой щит. В щит вписаны белые и синие круги. На синем круге внизу красная лента с надписью «Данг», от которой по окружности отходят золотые лавровые ветви. В белом кругу изображен золотой лук с наложенными на него тремя стрелами. Тип 2 с 1999 года. Знак ордена первой степени представляет собой серебряную восьмиконечную многолучевую рифленую звезду, на которую наложена такая же звезда с меньшим размером, но с граненными лучами. На звезду поверх скрещенных двух сабель и копья наложен круглый золотой щит. В щит вписаны белые и синие круги. На синем круге внизу красная лента с надписью «Данг», от которой по окружности отходят золотые лавровые ветви. В белом кругу изображен золотой лук с наложенными на него тремя стрелами. Звезда ордена первой степени серебряная восьмиконечная с рубинами на концах. В звезду вписана звезда меньшего размера синей эмали, на которую помещен центральный медальон знака ордена. Знак ордена носится на плечевой орденской ленте шириной в 100 мм. Орден второй степени повторяет знак первой степени, но меньшего размера. При помощи декоративного кольца, повешенного к металлической колодке, обтянутой орденской лентой. Орденская лента цвета государственного флага Республики Казахстан с широкой красной полосой с правого края. 31 октября 2008 года Национальным банком Республики Казахстан была выпущена памятная монета номиналом 50 тенге.
из медно-никелевого сплава с изображением ордена Данг. В тиражом 50 тысяч штук. Вес монет составляет 11,17 грамма. Диаметр монеты 31 мм. Толщина монет составляет 2 мм. Гурт у монеты рифленый. Вот такая вот, друзья, у нас сегодня была на обзоре монета из серии Государственной награды Республики Казахстан. Всем, кому понравилось данное видео, оцените его лайком, напишите комментарий. А тот, кто еще почему-то не подписан, подпишись на канал. До новых встреч. Всем пока.